Мужик пьяный с пятого этажа, сыт стоит. И участковый идет такой охеревший, вот этот наглец такой. Поднимается, звонит дверь, открывает пьяный такой. Он говорит: гражданин, ты вы что делаете? Вы почему мочитесь с балкона там на граждан? А что я не могу, Сашу с балкона там, и дает паспорт. Мент открывает паспорт, видит, стольник лежит, такая большая серая бумажка, но это пол его зарплаты. Что, какие, у меня почему плохие документы? Ну, тот стольник достает. Я что, не могу ссать с балкона, как гражданин? С такими документами вы можете даже срать с балкона.